Искра надежды. Это пион селекции Михаила Акимова. Первоначально он звучал как просто искра. Но потом его переименовали в искру надежды. Пион селекции 1975 года. Он у меня начал приходить в себя, разрастаться. Межвидовой гибрид. Он гибрид между рубропленой и зебрайдом. Махровый, бомбовидный. Очень крупный. До 18 сантиметров диаметр. Бутона, в то же время сам он низкорослый, 60-65 сантиметров, то есть от рубры плены взял рост и цвет. Куст с толстыми стеблями, но постоянно разваливается, его приходится стягивать мне обручем. Ну и вот он стоит, стянутый, а так от основания почему-то он падает. Видимо, бутоны очень тяжелые, ему трудно их держать. Уникальнейший цвет. Яркий, ало-красно-бордовый. Такой блестящий. В этом году у меня 4 бутона уже. И я радуюсь. Мне почему-то очень сильно одно время подгнил, и вот выжила всего лишь одна деленочка. Вот она начала развиваться. Искра надежды. Михаила Акимова. Замечательнейший сорт. После ночного дождя лежат все. Искра надежды. Ну, как ей удержать такой огромный бутон? Да не удержать. Тоже нужна подвязка. Хотя он низкий, низкорослый. Аккуратненький кустик. Мне очень нравится этот пион. Искра надежды.